В Турции отменили 4-дневный музыкальный фестиваль рок-группы Би-2. Об этом сообщает телеграм-канал Шот. Мероприятие под названием «Каникулы с Би-2» должно было состояться в конце апреля в 5-звездочном отеле Мартимира в турецком городе Кемер. Ведущими должны были стать актеры Алекс Дубас и Максим Виторган, а стоимость билетов на фестиваль вместе с проживанием в гостинице варьировалась от 289 до 379 тысяч рублей. По данным издания, отмена мероприятия произошла из-за скандала в Таиланде, тогда коллектив дал на острове несколько концертов без специального разрешения, после чего участников группы депортировали в Израиль. Сейчас музыканты находятся в Испании, где, по их словам, пишут новые песни. Ранее вокалист рок-группы Би-2 Лёва опубликовал фото и видео, сделанные во время заключения в тайской тюрьме. На размещенных музыкантом кадрах видно, что в камерах отсутствуют кровати, участники группы и другие заключенные лежат на полу на пледах.